Это мы снова чуть ли не в лесу. Ну да. А что? Очень похоже, что мы в лесу. Ну почти. Почти. И мы еще вот только идем домой. Ну да. Вот, он вовремя. Тебя слышно вряд ли будет. Все, это был последний, кажется. Нет, вон еще едут. Всем привет! Мы во Владимире. Что будет в видео, мы не знаем еще. И будет ли видео? В общем, мы дозвонились до Пети. Обещать ничего не могу. Может быть, мы что-то даже с ним и поснимаем. Мы ему звонили где-то минут 30 назад. Он сказал, у него дела, освободиться где-то минут через 40. Ну, плюс-минус час. Да, микрофон я сегодня забыл. Когда я записывал вступительную, точнее, заканчивающую видеоречь, мы его оставили дома. А сегодня с просонья думали, что мы его потеряли. Чухнулись на автоприборе, рюкзак вот столько открыт, мы, блядь, микрофон потеряли, что делать, а потом вспомнили. Как ты считаешь, в «Матрице» снова что-то меняется, раз женщина в красном нам попалась? А? Ну, черного кота не видно, знаешь, вряд ли. Да, но, тем не менее, женщина-то в красном присутствует. Все, дамы и господа, свершилось. Мы идем к Пете. 2 года, можно сказать, нормально не виделись из-за последних событий на планете Земля. Ну, будет зато у вас тема для обсуждения. Да не, я уже не хочу это обсуждать, потому что надоело. Вот. Ладно бы что-нибудь, вот он, кстати, написал, ага. Ладно бы что-нибудь дельное обсудить, но это уже херня на воду. Ну ладно, найдете тему все равно для разговора. Да. Что, снимаем? Да. Ребята, привет. Это Петя Мухаев, тот самый Петя из ансамбля 6 пяток. Я сейчас хотел что сказать, точнее показать вам. Вот в этом доме, совсем недалеко от меня, жил Василий Витальевич Шульгин. Доживал здесь свои годы, скажем так. Этот человек, идеолог белого движения, идеолог так называемого русского фашизма, скажем так. И это тот самый человек, который принимал отречение у императора Николая II. И вот он здесь после отсидки у нас в Владимирском централе доживал здесь свои, в общем-то, годы. Вот, потому что он, по-моему, 25 только здесь просидел, или 15, что ли. Советую вам найти и почитать. Во-первых, хотя бы просто об этом человеке, потому что исключительная просто судьба у этого человека. Удивительно, что бывает в жизни. Так даже в сказке, блин, не придумаешь. Вот, продолжим нашу экскурсию. Где у тебя твой самокат? Самокат вот здесь вот в гараже валяется. А-а-а. Вот, у меня на нем кончился аккумулятор. Вот. А то мы что-то пришли и говорим, что-то самокат твоего нет. У меня на нем сдох аккумулятор, и вот сейчас это... В ремонт, короче говоря, его нужно отдать, а у нас Владимир. Причем так странно, что, ну, как бы тема-то интересная, потому что это же явно будет развиваться и так далее. Ну вот, блядь, никто не ремонтирует аккумулятор. Ну, в плане того, что никто эту нишу не занял, блядь, потому что это же как бы бабки, блядь. Странно, что люди это не занимают. Слушай, а сейчас, наверное, их и это в продажке может не быть, да? Да это все китайцы. А, китайцы? Mm-hmm. Ну тогда проще. Друзья мои, хочу
прочесть вам небольшой отрывочек. Ален Даллес, я думаю, слышали такую фамилию. Бросим всю силу, всю мощь на одурачивание, на оболванивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменениям. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить. Мы найдем союзников, единомышленников в самой России. Год за годом будет разворачиваться грандиозная по своим масштабам трагедия самого непокорного на земле народа. Окончательно и необратимо угаснет его самосознание. Из литературы и искусства постепенно вытравим их социальную сущность. Отучим художников, да ёб твою мать, тормоз Матросова. Тех, Сереж, как Борис Николаевич, вы, Борис Николаевич, алфавит надиктуйте, а мы потом нарежем. Отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино – все будет прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, предательства. Словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но постоянно способствовать самоуправству чиновников, взяточников и всяческой беспринципности. Волокиты бюрократизма будут возводиться в добродетель. Честность будет осмеиваться и никому не будет нужна. Наглость, ложь и обман, наркомания, животный страх друг перед другом, беззастенчивость, предательство, вражда между народами станет нормой. Все это будет незаметно культивироваться, все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие будут догадываться или что-то вообще понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище. Мы найдем способ их оболгать и объявить их отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, с юношеских лет. Главную ставку мы всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Сделаем из нее циников, пошляков, космополит. Кто-нибудь помнит, что такое космополит? Да, прочитал, блядь, на два с минусом. Как ты сказал, нарежем алфавит потом. Зеваешь? Да. Окей. Вводи без сахара никого. За ним встал.
едет Петя.
Саддам Хусейн! Воистину Хусейн! Сейчас вот этот новый мощнейший набор. Постоял 3 года. Упал, да? Ну это, слушай, это, наверное, еще кованый, да? Как? Ну, я не знаю, кованый он или нет, но он еще... Значит, говоришь, лицехват. Да. Много. Алло, Генча. Вот здесь как много. Любовь, Махмед. Слушай-ка... Какие следы мне дали? Считай, во-первых, фотонные ускорители включены. Между прочим. Да, вот. Сняли поездочку под красный свет. Выходим Выходим на вторую космическую. Были же зеленые человечки. У нас с корабля срывает обшивку. Все дебилами стали. Ладно, чё? Вот так мы и ехали однажды. Летели в пространстве и времени. Здравствуйте. Без фонарика снимаю, я тебя подсвечу. Оно плохо без фонарика снимает. Ну хотя в теории тебя видно. Тоже не весьма. Ха-ха-ха.
Я говорю, здравствуйте, вы меня приближаете, да? Типа того. Вы меня приближаете? Нет, я вас отдаляю. Быть не может. Всем привет. Включаю. Саддам Хусейн. Саддам Хусейн. А мне как? Я тогда пойду по-волкански, вот. Как там? Костер, костерок. Процветание и долголетие. Скажи ты свое словечко. Саддам Хусейн, чего же боли? Чего же боли? Процветание и долголетие. Останется. Это песня пространства. Как кажется? Кубович Уин. Я даже не знаю, куда улететь сейчас, я так понимаю. Время 7 утра. Какой у нас там август? 19 августа. И мы еще вот только идем домой. Вон там на самокате уже кто-то сзади. Ну а ты что скажешь? А? Сказать нечего. Ну тогда пойдем. Практически никого еще и нету. Еще никто не проснулся. А как проснулся, сразу заездит. Ну да. А то тут что-то перекопали. На, можешь показать. Конечно. Надо же где-то ходить. Вон, все ну, перерыто. Да не трубы меняются. Да это понятно, что они что-то меняют. Но один хрен. Я же в обход не пойду. Ты сам понимаешь. Так что... Тут не... Какая-то долб***на в интернете писала, типа, эсеровский флаг запрещен в России, за это статья. Никакой статьи, висит спокойно на улице. Так что, правильно говорят, врут все в интернете.